Может, брат куда-то уехал? Что за странный звук? Откуда он? Не нравится мне все это. Эти твари на крыше дома. Мне нужна помощь! Эй, стой, стой, ты чего? Я репортер с Первого канала, Вики Салливан. А черт, что же здесь творится? Но у нас нет другого выбора. Эй! На помощь! Люди! Вас здесь много. Даже дети есть. О, господи! Как их много! Это Вика! Они уезжают! Нет! Нет! Надо тихо подобраться к окну и посмотреть. Руки вверх, урод, ты на прицеле! Вернусь в убежище. А ну отстаньте от них! Черт, голова кружится. Спаси нас. Ну что, добегался? Убить тебя прямо сейчас? Вот, блин, вляпался. Опять спускаться в подземелье. Да сколько можно уже, мне так это надоело. Ладно, надо собраться. Я должен быстрее найти то, что нужно. Еще дверь. Черт, что за дверь? Вот, блин! Черт, 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 кто это? Он не двигается. Это статуя. Это просто статуя. Фух. Боже, как же она меня напугала. Где вообще библиотека? И почему в библиотеке статуя рыцаря? Красивая статуя, кстати. Ладно, чем быстрее я найду зеленый шар, тем лучше. Блин, лабиринты какие-то. И туда проход и... Что, блядь? Это еще кто? У него светятся глаза. Неужели это... Неужели это эта тварь? Черт. Нет. Скорее всего, он бы уже напал. Или он поджидает меня. Черт. Нет, стоит. Не двигается. Еще одна статуя. Но это чертовски зловеще выглядит. Зеленые глаза. По-моему, я точно там, где нужно. Блин. Еще один тупик. Как много паутины. Надеюсь, тут нет пауков-мутантов. Потому что рыцаря и какую-то стрёмную черную статую я уже встретил. Думаю, от этого подземелья можно ожидать чего угодно. А пока здесь... Сплошные лабиринты, пыль и паутина. Фух, когда же это кончится? Так. Длинный проход. Как же я люблю длинные проходы, неизвестно куда. И опять тупик. Да чтоб меня. По-моему, это конец. И что, я должен перечитать все эти книги, чтобы найти этот зеленый шар? Стоп! Ага. Скрытый от глаза. Еще один проход. Отлично. Здесь еще одна дверь. Все равно другого пути нет. Погнали. Какая, мать его, странная комната. Здесь будто пытались призвать дьявола. Это что еще за хрень? Какая-то голова. Это что, человеческое ухо? Черт, да что здесь происходило? Кто были эти монахи? Какой-то камень. Череп.
Меня здесь явно не должно быть. Написано что-то непонятное. Не могу разобрать. Похоже на тот язык, который я видел в библиотеке. Интересно. А что здесь? Это похоже на какие-то врата. Какие-то отверстия. А в них вставлены какие-то штуки, похожие по описанию на ту вещь, которую ищет старик. Что они пытались здесь сделать? Кого они хотели призвать? Или призвали? Вдруг это они призвали этих тварей? Безмозглые идиоты! Что вы натворили? Так, судя по всему, вот этот шар, который ищет старик. Он похож на жемчуг Эндера, только немного аккуратнее, как будто его вытачивали. Что ж, ладно, рассмотрю по дороге. Думаю, пора валить. Эти монахи, кем бы они ни были, занимались здесь очень странными вещами. Они изучали этих тварей. Они задолго до их прибытия знали о них. Но откуда? Откуда они могли знать? Хотел бы я встретить одного из них и пообщаться. Узнать, что произошло, как их убить, кто их главарь, как их изгнать отсюда вообще. Возможно, вся тайна кроется в этих странных письменах. Но я не смогу их перевести. Я даже не знаю, что это за язык. И, видимо, у монахов ушло очень много времени на перевод. Но откуда они взяли эти зеленые глаза? Или что это такое вообще? Неужели твари были на земле раньше? Как все запутано, боже. Надеюсь, это скоро закончится. Но больше всего я надеюсь, что мой брат жив. Он явно знает больше других. Он поможет мне разобраться во всем. Майкл, пожалуйста, хоть бы ты был жив. Пожалуйста. Уже стемнело. Надеюсь, этот придурок не спутает меня с кем-нибудь и не пристрелит. Блин, куда идти? В темноте вообще не разобрать. Где-то должен быть... Точняк, вот он. Походу, старик его установил, чтобы не заблудиться самому. И заодно отпугивать нежелаемых гостей. В принципе, это умно. Ну, судя по всему, он не спит. Конечно, вот он. Ха-ха, вернулся! Давай, заходи, заходи! Естественно, вернулся. У меня что, был выбор? Ну? С чем пришел? Давай, выкладывай. Ты нашел то, что нужно, или нет? Я нашел ту комнату, о которой ты говорил. И нашел этот зеленый шар. Слушай, я уже встречал такую вещицу. Она очень опасна. Они слетаются на нее буквально за секунду. Ты не понимаешь, что творишь. Она у тебя в руках, и твари нет, поэтому дай сюда. Это из-за дождя. Заткнись, бери бензин и уматывай отсюда. Но ты обещал рассказать про брата. Пошел вон, пока я тебя не пристрелил, быстро. Но был же договор. Ну все, ты меня выбесил. Считаю до трех. Один. Два. Ты слышал? Дождь кончился. Они уже здесь. Надо выбираться. А ну отдай мне эту штуку. Ты не понимаешь, ты умрешь здесь. Живо, я сказал. Черт, ты в край обезумел. Я ухожу. Мои братья, придите и преклоните колени!
Они не подчинятся ему! Они его убьют! Черт! Черт! Они везде! Они на крыше! Они на крыше! Черт, надо сматываться! Ему уже не помочь! Братья! Я ваш владыка! Подчинитесь! Что? Что вы делаете? Отойдите назад! Отстаньте! Они убили его! Черт! Я же предупреждал!